Всем доброго времени суток! Сегодня приготовлю десерт из сухофруктов с орехами. Очень простой, легкий рецепт, но самое главное, он вкусный и полезный. Что потребуется? Курага, чернослив и орехи, любые. Я взяла грецкие орехи и орехи кешью. Предварительно я распарила чернослив и курагу, потом обсушила. Ну вот, теперь я начиняю сухофрукты орехами. Орехи я обдала кипятком и обсушила бумажными полотенцами. Но при желании можно их просто обжарить на сковородке. Сухофрукты я начинила орехами. Теперь готовлю заливку. Заливка у меня состоит из сметаны. Любой жирности может быть сметана и сахарной пудры. Я ложу здесь 3 столовые ложки. При желании и на ваш вкус можно положить больше. Сметану можно заменить сливками. Ну вот я все размешала и теперь просто поочередно укладываю, размешиваю. Теперь я эту красоту накрываю и убираю на несколько часов в холодильник. У меня простояли сухофрукты всю ночь, вот на утро. Сметана впиталась, сухофрукты набухли. Очень-очень вкусно все получилось. Чернослив нежнейший просто, прям тает во рту. Курага немножко пожёстче, потому что они были крупные у меня плоды. Дает кислиночку. Ну вообще, прям пальчики оближешь десерт. Предлагаю все-таки попробовать вам приготовить. Можно готовить вообще по отдельности. Курагу отдельно, чернослив отдельно. Экспериментируйте. Но этот десерт очень вкусный. Вот я его припудрю сахарной пудрой. Готовьте. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Будет много интересного. Всего вам доброго.